Какие ассоциации у вас возникают со словом «Новый год»? Волшебство, праздник, счастье, веселье и, естественно, прогулки и гулянки. Поэтому все общественные места, все кафе, рестораны, торговые центры стремятся создать волшебное настроение на период этого праздника. А все начинается с того, что нужно декорировать пространство. И сегодня я вам расскажу, как украсить входную группу, ну, абсолютно любого заведения. Начинаем! Вообще на сайте студии Reklam.ru столько интересных решений, начиная со сказочных персонажей, Деда Мороза, Снегурочки. Например, также вы можете использовать фигуры символа года. Но сегодня я вам расскажу про более классическое и благородное украшение. Итак, начинаем смотреть поближе. Во-первых, нужно обратить внимание на объемные фигуры из стеклопластика. Почему? Все просто. Они имеют легкий вес, вы их можете переставлять с места на место. И они абсолютно морозоустойчивые, влагоустойчивые, ну и даже антивандальные. На них можно садиться для того, чтобы сфотографироваться. Плюс ко всем фигурам продуманы специальные крепления. То есть вы можете смело их установить около входа и не бояться, что ночью какие-нибудь гуляки унесут вот этого оленя к себе домой. Что касается фигуры стеклопластика, то вот в этой благородной композиции лучше всего использовать оленей, сов. Можно также обратить внимание на символ года быка. Да и вообще, скажу вам сразу, мы изготовим любые фигуры, которые представлены на нашем сайте, в какой-то единой индивидуальной покраске. Например, все фигуры могут быть в бело-золотой, либо в бело-серебристой. Все по вашим желаниям, чтобы подходило под корпоративные цвета. Мы с вами определились, что необходимо обязательно наличие новогодних фигур из стеклопластика. Следующее – это вазоны. Ну, во-первых, они вам прослужат не только на Новый год, но и в любое время года. Все зависит от того, какая покраска будет и как они впишутся в ваш интерьер. Вазоны у нас представлены в различных размерах, в различных вариациях. Вот такие маленькие вазоны побольше и совсем высокие. Кстати, зимой вы можете их украшать еловыми ветками и шарами новогодними, а вот летом и весной смело высаживать в них цветы. Не забываем про саму входную группу, так называемую дверь. Здесь на помощь придет вам только лишь ваша фантазия. Украшайте ее еловыми ветками, добавляйте колокольчиков, может быть, красные банты. Но не забудьте про светодиодную ленту для того, чтобы ваш вход привлекал гостей и в ночное время суток. Поэтому я вам расскажу еще и про новинку от студии Reklam.ru. Это новогодний шар, который оснащен дюралайтовой лентой. Может светиться он и днем, и ночью, но ночью создается поистине волшебное настроение. У нас в этом году появилось много различных шаров со светодиодной лентой. Полная коллекция представлена на сайте студии Reklam.ru. Если вы тоже хотите создать такую волшебную новогоднюю атмосферу, делайте это. Звоните нам и заказывайте новогодний декор, новогодние украшения и новогодние фигуры от студии Reklam.ru. А я с вами прощаюсь. Пока-пока!